Международный бизнес-конгресс «Безопасность и защита личности, общества и государства». Все меньше времени до одного из самых ожидаемых событий года в экономической и общественной жизни Москвы. С 28 по 30 октября 2013 года крупнейший выставочный центр страны «Крокус-Экспо» станет площадкой первого международного бизнес-конгресса и приуроченной к нему выставки. Организаторы – Общественная палата Российской Федерации и Национальная ассоциация объединения офицеров запаса вооруженных сил «Мегапир». В центре внимания – защита человека, общества и государства. Впервые планируется объединить столь масштабные силы. Такое мероприятие позволит обеспечить выход на первых лиц. В бизнес-конгрессе примут участие ведущие силовые министерства и ведомства, федеральные агентства и госкорпорации военно-промышленного комплекса страны, общественная и торгово-промышленная палаты, ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», конструкторские бюро. Соберутся бизнес-структуры более чем 50 стран мира. Конгресс объединит предпринимателей, государство и науку. «Мегапир» — это жаростойкий сплав. Ассоциация «Мегапир» — сплав ярких и умных людей. Ее костяк — офицеры запаса. Теперь эти люди помогают другим. Но деньги на социальные программы — от проектов коммерческих. «Мегапир» уже 20 лет на рынке. Строит жилье и офисы. Развивает собственную сеть торговых комплексов. Помогает в поиске арендаторов коммерческих площадей. Его хорошо знают в России и за рубежом. Среди важнейших принципов деятельности ассоциации – это инициатива, способность поднимать глобальные проблемы и способность их решать. В силу как раз вот этих причин было принято решение о проведении вот такого масштабного мероприятия. В «Крокус-Экспо» будут проходить горячие дискуссии. Гости обсудят пути развития отношений между государством и бизнесом. Потенциал офицеров запаса в деловой среде. Успешные для иностранных инвестиций отрасли. Это прекрасная возможность для любого предприятия, во-первых, заявить о себе, заявить о своем продукте, объяснить потенциальным потребителям, чем его продукт или услуга выделяется на фоне конкурента. Основа выставки – физическая безопасность. На ней представят разработки ОПК и средств защиты военных, специалистов силовых структур, охранных предприятий, обычных граждан. Также в «Крокусе» покажут продукты финансовой, экономической, информационной, психологической и даже экологической безопасности. С этой точки зрения бизнес-конгресс и выставка являются, конечно, очень мощным стимулом, импульсом для развития, в принципе, для любого предприятия. Бизнес-конгресс открывается 28 октября. Он станет знаковым событием в деловой среде. А для общественных организаций – отличной возможностью обсудить проблему современной безопасности отдельного человека и целого государства. Ассоциация «Мегапир» приглашает вас принять участие в международном бизнес-конгрессе в «Крокус-Экспо». Уверен, данное мероприятие придаст весомый импульс в развитию вашего бизнеса, позволит укрепить имидж, авторитет. Развитие – это жизнь. Приходите, будет интересно.